Продолжаю видеозапись наблюдения за заключенными. Так, так, пошли. Вот я и попал в космос, как его хотел. Вперед! Вы не обязаны подниматься на борт каждого судна. Да, я знаю. О. Погнали к генераторам. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Все такие огромные. Вот это корабль. Вот это масштабы. Любит же строить. Просто в гигантских масштабах все. О, солярку. Хорошо, что в космосе все намного легче. Иначе бы мне потребовался экзоскелет, чтобы тягать такие тяжести. Взрывайся. Ага, отсюда мы прибыли. Хотя я с другого входа заходил. Где я генератор? Прошел мимо. Генератор здесь находится. Ох, как же высоко, смотрите, блин. Вот это высоты. Не понимаю, зачем делают такие большие этажи. Можно в два раза меньше, и оно будет нормально. Фу, вот это двери. Всегда поражался грандиозности всех этих сооружений. Палец чей-то. Да-да, что хотели. Чего вы так волновались? Ненавижу клерков. Чиновники. Блин, хотел посмотреть на красивый космос, а в итоге, когда стану космонавтом, а в итоге я оказался на свалке. Вот вам и полети в космос. Вообще, коротышек нужно брать в космос, понимаете? Потому что... Оу! Это плохо. А я не могу перепрыгнуть через забор. Давай, давай. Оу, хлоп конфета, это понадобится. Быстрее, да? Отвлекайся. А чё он желтый? Отлично. Вход только один? Нет, входов два, отлично. Опа. О! Бегом, бегом, бегом. Я понял, ему пофигу на охрану. Приходится убегать. Хе, пусть догонит, пусть догонит, догоняй. Коротышка. В космосе. В два раза больше экономии кислорода и материалов на строительстве кораблей. Вы посмотрите, его в три раза меньше можно было сделать. Три раза меньше. Насколько бы больше, это в три раза больше кораблей можно было бы сделать. Вот такие вот математика. Я на мостике не забрал деталь, да. Ну что ж, нужно пойти исправить свой недостаток. Хм, и бутерброд забыл. Еще и глаз. На жвачку похож. Есть, все забрал, ухожу. Бегом, 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 бегом. Все, на выход. А куда делся секбот? А мы секбот.
А. Важно научиться понимать, когда стоит прекратить поиски и покинуть судно. Да. Ты прав. Это важно понимать, когда нужно смыться. Вот бы я понимал, когда нужно смыться. Подобахи было. Плюс 50% восполнения здоровья в день. Хлоп, конфета и пневмотрубка. Плюс 50 к запросу кислорода. Пока не знаю. Что, летим лечиться? Да. Давай. Сделаем. И он брю плюс 50 восстановления здоровья в день. Отлично. Детали. Гроза турелей. Щелкните и создайте. Регламент ВЦД. Шипучая кошка. Не нужно. И он брю. Пока не будем ничего делать. Летим лечиться. 71 ОЗ. Да, действительно восстанавливает больше. Где-то лежит варп-ключ. Море топлива. Медпульт восстанавливает АЗ. Шипы и био. Входим. Угу. Шокер нужен. Пистолет. Давай, или давай вот это вот. В отличие от ходьбы, бег привлекает внимание граждан. Если ты маленький, то не привлекает. А можно еще присесть? О, да. Как я вам? Вот я стою, вот я присел. Успел. Где? Черт. Охрана. Отлично, выключаем охрану. Все, от этих убегаем, не трожу. А зачем мне теперь здоровье, когда я фактически восстановился? О, инжектор. Здесь деталь только нужно какую-то забрать. Больше ничего нету в морге, да? Рука только. Так, что здесь у нас? Палец. Отлично. Был ли я на мостике? По-моему, нет. Мостик в ту сторону. Эти туристы не как хоккейные шайбы. Нужно буцать. Они летят. О, варп-ключ. Это хорошо. Угу. Да ёлы-палы, путаюсь в этих коридорах. Что за лабиринты долбаные?
куда мне идти? В эту сторону. Реально, я путаюсь в этих коридорах. Вилка какая-то в морге. Оу. Все, все собрал. Все, пошли сюда. Теперь подсобка в заднюю часть, и можно эвакуироваться. Так. Кто здесь? Здесь никого нет. А, вот и сет-бот где был. Нет, не сюда, сюда мне. Правильно, сет-бот. Двинься. А он бы все равно меня не заметил. Давай, есть. Нет средств, чтобы открыть. Жаль. Было бы полезно еще одну деталь. Хожу. О, палец. По дороге встретил. Ау. Так, на эвакуацию бегом где? А, совсем рядом. Вот сюда, все, до свидания. Телепортируйся там сколько угодно. Запирайте двери, чтобы задерживать опасных граждан. Они не смогут его открыть. А можно между ног у них пробежать? И они не успеют развернуться. Так, сколько я всего добра набрал, несмотря на то, что один раз чуть не умер. Полуну 2. Давайте пролетим, пока подлечимся. Переработка. Мне здесь не нужно ничего. Что здесь? Быстрый проводник ЦИ. Бах. Ну давай. И заодно возьмем какую-то еду. Слой туманности 3. Где-то близко пираты. Так, давай дробовик. Давай отравитель и шок заряды. Все материалы, еда. Кассетные бомбы хороши при зачистке помещений, особенно если закрыть дверь. Понятно. Быстро за топливом. Ох! Что там происходит? Оу! Кто это? О, нет, только небольшие люди. Можно я уйду? А нет, нет, выпустите меня, выпустите. О-о-о! Это прямо какой-то Хэллоуин. Все, я понял, я ухожу. О-о-о! Топливо можно найти на судах, Крэл. Звездная карта. Продолжаем. Может удастся здесь таки медпульт получить? Шокер. Пистолет. Шипомет. Вертухаи очень крепкие ребята. Лучше их избегать. Я понял.
Ага. Медпункт буквально в следующей комнате. Попробуем его достать. Чисто на всякий случай заблокирую здесь. Вот где медпульт. Так, тише, тише, тише. Бегом, медпульт! Я не забрал? Где противник? Нет! Оу! Где противники? Нет, я все сделал, что нужно было. Теперь можно эвакуироваться. Где? Как выйти? Я потерялся, я заблудился. Нет, только не это, я ж только полечился. Карта. Где я нахожусь? Ага, все правильно. Лечиться. Ага. Рука какая-то. Все. Эвакуироваться. Может сюда пройти? Может тут еще что-то будет полезное? Робот отключен. Хорошо. Оу. Иди сюда. Я еще, может, успею зайти в один. Морг. Неприятно, но нужно туда зайти, чтобы что-то собрать. Ладно, сирены, я понял, лучше убираться. Еду можно найти на кораблях. Люкс. Хоть что-то вытянул и подлечился. Живем. Так, что готово? Может таки сделать... Баллону 2 увеличить вполне возможно. Торговые автоматы купи-продай. Мне нельзя в торговые автоматы. Мне нужно вот сюда. Море топлива, панцирь и переносчик. Эта деталь очень нужна. Поле М-помех. Нет мини-карты. Все горит. Море топлива, панцирь, песочник, стимулы, скрепки, пластмассы. О, нужно как-то быстро действовать здесь. Давай возьмем котя ботов. Хотя, наверное, лучше вот этих взять. Давайте, пекарь. Погнали. Пульт карты показывает местонахождение деталей и добычи. Служебно сразу на мостик пойдем. Кто это был? Кто-то сгорел. О! А нужно искать здесь. Пожары. Так я не вернусь отсюда. Вы можете собирать детали из материалов, которые найдете. Выполняю кадровую замену.
заключенный Сандерс. Нарушение. Подрыв взрывного устройства в зоне общего пользования. Особенность: гранаты быстро взрываются. Your action items. Obtain a tactical computer, Понял. A wiring diagram, selected you for rehydration based on a random number sequence generated from tea leaf motion. Хм. Повезло. Куда бы мне лететь? Еда, все материалы. Хорошо, давай сюда. Куча. Кислород расходуется быстрее. Я-то видела, есть улучшенная... Баллон кислорода. То, что мне как раз сейчас и понадобится. Где-то лежит топливо. Все материалы, еда. Ну что ж, придется быстро делать это все. Берем котябутов. Вперед, высадка. Сменные клиенты получают все созданные ранее предметы. Плохо, что меня выбрали сменным клиентом. Ну, а что поделать? Фу, так непривычно. Высоко. Так. Погнали. Смотрим, есть ли здесь турист. Ох, сколько здесь туристов. А чё тут так вы отдыхаете прямо? Ну, виды, наверное, красивые, да? Да, виды хорошие. Вон какая-то станция летает. Вон какая станция летает. Ручки. Бадабахи. И топливо. Открываем. Пошли. Мусорный отсек. О. Большое количество. О, туристы. Вот это да. Просто супер взрыв. Давай бегом. Что у нас здесь есть хорошего? Презервативы. Сомнительно, что они мне пригодятся в космосе. Он здесь прямо с... Ау, чуть не стало на ток. Снова презервативы. Не похоже на это на люксовый номер. Где? Есть здесь где-то аптечки. А, нет! А еще! Нет, что вы тут делаете? Извращенцы. И звуки неприличные. И презервативов полно. Что у меня? 32 секунды с кислородом. Угу. Проползаем сюда. Кислород, кислород, кислород. Есть 307. Если что, убегу. Что ж такое? Я, похоже, не переживу. Долго. Можно меня назад в камеру.
Я хочу назад в камеру. Оно не стоит того. Нет, 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 нет! Извращенцы. Что здесь? Канистра с топливом? В два раза больше. Да зачем мне это топливо? Данные. Как выбраться отсюда? Нет, пожалуйста. Нет, 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 нет. Отстаньте от меня. Я просто хочу дальше в свой срок. Мотать. Нет, ну не надо. Не надо. Не надо, не надо, не убивайте. Life support systems. Нет, нет, нет. Recruiting. Выполняю кадровую замену. Заключенный Эллисон. Причина нарушения членства в запрещенной организации. Бойскаут. В 25% случаев начинает задание в полностью открытой картой. С полностью открытой картой. Нет, в полностью открытой карте. Your action item. Vandalism in the Steve is prohibited. Вандализм в Steve запрещен. Переходим на звездную карту. Прекращаю видеозапись.